Приветствую вас на канале AsmodeePlay. Мы продолжаем играть Ассасин Черный Флаг. Ну давай, она начинается, блять. Сука. Жрет АБС-ка. Железо. Надо прокачивать. Надо. Надо? Надо. Там у меня кот. Так, встретьтесь. Это мы куда сейчас? Теперь у нас алые паруса, кстати, заметьте. Так. Его. Ну давай. Ну, кстати, насколько он вниз уходит, корабль, то вот так вот близко может подходить к берегу. Отчаливаешь? Эта бухта создана для тебя, Эдвард. А костюм нет. Эй, да брось. Мы пираты, Кит. Берем, что хотим, делаем, что хотим. Мы свободны. Но костюм не твой. Ты совсем не такой. Тогда какой? Не всегда разберешь. Знаю одно, ты ищешь опасный приз. Обсерваторию? Ты знаешь про нее больше, чем говорил в Нассау. Заметил, значит? Жди меня у Юкатана. 20 градусов, 3 минуты северной широты. Через пару недель смогу тебя порадовать. Вот так. А что, сейчас-то тебе мешает? У вас никуда спешить не надо, ничего не делаешь. Забот никаких. От слова совсем. Так. Да ё-моё. На пару слов, сударь. Да, конечно. Хочу построить док, капитан. Строй. Чем быстрее соберу деньги, тем быстрее станут наши корабли. Поможете? Помогу. Так. У тебя что? Можно вас? Нужно. Я человек прямой, капитан. Мне так, нужно что деньги у нас? Купить лавочку. Поможете? Я ваш должник. А в лавке помогу. Всегда найдется для вас нужный товар по сходной цене. Строй. Ну, господи, еще за 700 всего лишь-то. Обязательно строй. А, кстати, вот сейчас мы и проверим. Мне нужно. Да подойди ты к нему. Клинки. Это вот у меня сейчас. Все, максимально. Пистолеты. Максимальный. Боеприпасы. Пока так, одежда у меня так не надо. Произведение искусства, ну, вроде продажи грузов, сахар подтвердить, ром подтвердить. Так, a pleasure, vraiment. Значит, у меня пока все есть. Прекрасно. Так, что-то еще надо было здесь построить. Сейчас построим. Ну, вон. Так, у тебя что, бар, наверное?
Поболтаете со стариком? Тебе до старика еще до Пекина раком. Ребятам не хватает местечка, чтобы дебоширить и тискать девок. Мне б чуток золотишко устроил бы почище, чем в Бристоле. И Рома будет хоть залейся, народу понравится. Конечно. Наслаждайтесь. Вы не пожалеете, капитан. Пристукни меня, долговязый Бен, если я вру. Пристукни, ты обязательно пристукни. Так, корабль отбыл. Ну и нам, наверное, пора сваливать. Капитан. А что-то не построил. Ну и ладно. Мы еще сюда вернемся. Выйти в море. Нашли морские карты и регистры. Они были в деревне. Мы отнесли все в каюту капитана на галке. Нужные вещи. Морские карты и регистры? Пригодятся. Если решимся создать свой флот. Я тоже так подумал. Взгляни на них и скажи, что думаешь. Ну, блин. Давай. Что мы думаем? Надо посмотреть. Так, к сожалению, так, вот так вот. Доберитесь до штурвала. Тем не менее, мы должны были посмотреть. Нахрен это не надо идти. Давай, 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 давай. Блять, после Джеймса Бонда ты, блядь, такой ловкий кажешься. Так, мне далеко ехать? Так, плыть-то мне... Вот так, а я здесь был. Склад полон. Конечно, прекрасно. Мне-то куда, мать его? Оу, далековато, да. Так, вот эту, наверное, можно атаковать, да? Будет перевалочной базой. Ну что ж, давайте пока телепортируемся тогда вот сюда. Телепорт. Итак, по дороге мы, в общем, взяли крепость. Место себе он. Слева, капитан! Там? Освободили немножко себе, открыли немного себе пространство. Вон. Крепость взяли. Легкая. Так-то. Так что. И, кстати, кто с собирательством занимается, облегчает задание. Сразу все вот эти незнакомые места, вот, ну не все может быть, но по крайней мере большинство из них сразу открытыми становятся. Ничто не истина, все истина. Давай. Ух ты. Подсказки. Доберитесь. Так, а мы вообще здесь были, нет? На этом острове. Ну, сундук какой-то. Так. Ну что ты вот здесь-то? В джунглях-то у тебя нету никаких. Где-то тут у нас... Вот здесь, наверное. А, меня обнаружили. Так, нокаутируйте ассасинов, заберите сокровища. Вон оно что, Михалыч. Я думаю, в чем он обычно? Там, оказывается, народец. Все, понял. Не могло же быть все так просто, правильно?
Ну, здесь-то навряд ли, да, ты? Вот так. Так, их там целая стая. Давай-ка вот сюда. Посмотрим. Местность. Вон туда мне надо. Блин, пальцем тыкают, ну вам. Спокойно. Блин, блинский. А я в прошлый раз-то как я делал? Я же там где-то ползал, прям между ними ползал. Нифига не по краешку. Охренеть, он ее вырубил. А ведь это же девушка. Вот так. На. Давай, как змея нахрен. Да ё-моё, ты... А мне туда надо. Давай.
Так. Давай, 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 давай. Крокодил еще. Крокодил, дил, дил, плывет. Носорог, рок, рок, идет. Так. Вот так. Так. Ну, пойдешь, не пойдешь? Вот так вот. Блин. И по скалам-то никак. Ну давай поднимайся. Так, крокодил его на покушать. Блин, блинский. Как вот мне с тобой быть? Ну, по идее-то, ни хрена я ее замесил на пирожки, блин. Что-то я не понял, почему здесь-то?
Мне вообще куда? О! Проклятие, кит! Мы уже близко. Я чувствую. Капитан Хэнвей. Где ассасин Дункан Уолпол? Давно убит. Я защищался. Он не стоит наших слез. Но это вы завершили его предательство. Почему? Только ради денег. Это должно меня утешить. Вы убивали наших братьев и сестер в Гаване. Ему дано зрение, наставник. Да, дано. Джеймс сказал, вы имели дело с тамплиерами. Вы видели того, кого зовут мудрецом? Да. Узнаете, если увидите снова? Наверное. Я должен быть уверен. Господи, такой страшный. И одет страшный, и сам страшный. Ни слова. Идем. Идем. Блин, не собрал, да, последний сундучок где-то. Ну ладно. Не собрал, так не собрал. Ты втянул меня в это, ни слова не сказав, Кит. Что это, черт возьми, за шут был там, говори. А Табай, ассасин и мой наставник. Так ты увяз в какой-то нелепой религии. Мы ассасины, и у нас есть кредо, да. Но оно не требует от нас покорности, лишь мудрости. Ну, расскажи, очень интересно. Ничто не истинно, все дозволено. Да. Вот то, в чем можно быть уверенным. Все дозволено? Мне нравится, пожалуй. Думать, что хочешь, и делать, как знаешь. Ты как попугай, а смысл не понимаешь. Дальше пути нет. Это дверь, похоже. Да. Она должна как-то открываться. Тайный механизм. Лебедка? Блоки наверху. Попробуй сдвинуть. Да я уже иду. Смотри, Генри, это тебе не по тросам лазит. Так это за вами гоняются тамплиеры? Да. Пока ты не спутал нам все карты, это мы гонялись за ними. Мы обратили их в бегство. Господи, кто так строит-то нахрен? Но теперь они сильнее. Кто так строит? Кажется, механизм сломан. Придется идти в обход. Не отставай. Прыгай. Вот тебе и доверие нахрен. Ну давай. Силы еще есть? Обругать тебя хватит. Давай, побыстрее плыви, пожалуйста. Вот сюда. Давай. Наверное, там сокровища. Да, точно. Надеюсь, я трачу столько времени не напрасно. Зависит от тебя. В смысле?
Я покажу тебе такое, что голова пойдет кругом. Надеюсь, ты выдержишь это. Не сомневайся. Да. Вот так вот. Я ползаю, он также ползает. Ну что там нахрен, средневековье? Совсем так туго было, нечем было заниматься, кроме как учиться ползать, лазать. Тоже есть рисунки, но совсем другого рода. Между ними точно есть связь, но какая? Сейчас, подожди. Животные, хватайся. Животные, их и на полу, отличаются друг от друга. Видишь? Да, одни хищники, другие добыча. Но как их соотнести? Да я сейчас все сделаю. Неси. Да, вот тебе и связь. Совместить хищника и добычу. Так. Мы опустить это не можем. Может, по этим камням они могут сдвинуться. Так, так, так. Давай-ка сюда. Давай, 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 давай. Лезь по этим камням, Кэнни. Да я уже все делаю без тебя. Помоги мне, ладно? Ты же девчонка, конечно, я тебе помогу. Давай, 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 давай. Опаньки. Да, а потушеньки. Вот он. Боже, это же мудрец. Но этой штуке уже сотни лет. Даже больше. Уверен, что это он? Да. Узнал по глазам. Тамплиеры сказали, зачем он им нужен. Они налили его кровь в стеклянный сосуд. В такой? Да. И хотели расспросить про обсерваторию, но он сбежал. Хм. Идем отсюда. У нас что-то у него. Колокол какой-то, веревка. Страшная тайна мудреца. Подсказки, значки синхронизированы. Точек обзора и ранее посещали места, присутствующие на карте мира, можно использовать для быстрого перемещения. Что за чертовщину я там видел? Джим! Тихо. Статуя в храме. Это его вы видели в Гаване? Да, один в один. Похоже, найден новый мудрец. Борьба за обсерваторию начнется вновь. Поэтому шепотом. Это ваша вина, Кенуэй. Карта, что вы продали тамплиерам, привели их к нам. Теперь агенты двух империй знают, где мы скрываемся. Оставьте это мне, наставник. Людей Эдварда тоже схватили. Интересно, важны ли ему их жизни? Возьми. Не привлечешь внимания, и будет меньше жертв.
Ну, вот так вот. Духовая трубка. Ну, мы поняли. Так, выберите с помощью. Так, выстрелите. Используй дротики. Быстро. Тихо и действенно, да? Да я не хотел на него пользоваться. Так, подожди, у меня же есть ремесла. А нахрен мне наряд? Вот. Имеется три, но у меня пока все есть. Просто пока шить не могу, ладно. Нет, нет, не надо мне так. Где снаряжение? Блин. Улучшение Эдварда. Одежда. Где у меня? Мне не надо это. Не, не, нет. Наряд лазутчика. Майя. Да где ты? Вот он. Мать его. Переодеться не держи. Видишь этот храм? Огромный? Да. Да, наверное, полно золота и нефрита. Должно быть так. Иначе откуда его взяли, Даго? Вырыли из земли, нет? Так, ну-ка давайте-ка мы... Вот так вот. Сами его там захренакайте. Ух ты, а я тебя и не заметил. Благодарю покорно. Да. Море глад, если такое повторится. Подожди. Это я где-то здесь недоосвободил, что ли? И сундучок. Так. Проморгал я его.
Так. Что мы с тебя поймем? Эх, деньги только. Давайте залезем, посмотрим, осмотримся. Ну, берсерк это, блин, мое любимое оружие, пусть они там между собой хренакаются. Осмотримся, осмотримся. Ну, недалеко все собираешь, потом сюда приходишь, получаешь, я не помню, одежду что ли там. Ну давай, давай, подожди. Губернатора Гамильтона. Надо обходиться с ним учтиво. Странное сочетание. Так. Меня кто-то где-то замечал, что ли? Вот оно. Так. Во, подожди. На. Хренака их. Стреляй. Да подожди ты. Охренеть ты там у тебя, что там за... Ни хрена ты там устрелялся, скотина. Так. Я скажу тебе спасибо потом, если выживешь. Тихо, тихо, тихо. Так.
проклятый рабовладелец! Вроде освободил. Ну, как хотите. Я думал, всех там можно будет дальше освобождать. Кто у нас там? Ты видишь того старика? Рабовладелец Лоуренс Принц. Возомнил себя королем Ямайки. Охотимся на него не первый год. И даже почти достали. Право слово, вы веселые люди. Сплошь хмурые лица вокруг. Капитан Кенуэй, вы весьма талантливы. Ну, я от природы таков. Но вы грубы и неотесаны, и носите форму, которую не заслужили. Все дозволено. Таков ваш девиз. Я забуду об ошибках, совершенных вами в Гаване, но вам здесь не рады. Прости, друг. Жаль, что так вышло. Бывает. Бывает. Веселые у тебя друзья. По делам тебе, Эдвард. Прикидываешься одним из нас, позоришь наше дело. А что это? Ваше дело? Мы убиваем тамплиеров и их союзников. Тех, кто хотел бы править империями. И это якобы во имя мира и порядка. Помню, Дюкас об этом говорил. Видишь, для них главная власть. Возможность править людьми. Отнять свободу. Опять послание от твоих друзей? Да. Я покажу. Ну это мы знаем. Это нам не интересно. То есть я могу этим заняться, но не записывая, потому что время. Знаю, наша кредо да тебе пришлось не по вкусу. Подглюкивают на записи. Может, деньги расположат тебя к нам. Само собой. Выполни для нас эти контракты в Вест-Индии, а мы заплатим. Все просто. Ну вот тебе и раз. А теперь за мной. Остался еще один секрет. Какой? И давно ты стал ассасином? Пару лет назад встретил Атабая в испанском городке и сразу ему поверил. В нем есть мудрость. Это все его идея? Его клан? Нет. Ассасины и тамплиеры воюют уже тысячи лет. По всему миру. Давай, я как понимаю, сейчас залезть надо. Нового света схоже с только с нее спрыгнул нахуй. И когда прибыли европейцы, мы нашли общий язык. Конечно, у нас разные культуры, религии и языки. Но кредо ассасинов каким-то образом стирает все границы. Любовь к жизни и свобода. Похоже на Нассау, верно? Немного, но не совсем. Иди. Мы на месте. Один есть. Еще штук 20 и все. И что я получу за это? Для начала уважение всех тех, кого ты подверг опасности. Если этого мало, за дверью есть сокровище. Ему несколько сотен лет. Уверен, если найдешь их все, твои труды будут весьма щедро вознаграждены. Ну, вернешься в Нассау? Когда получу туда новый контракт. Но мой дом здесь. Ну, твой дом здесь, да. Ну, я-то, у меня-то не один он. Я хотел все сразу поставить, которые есть у меня. 4, что ли? Так. Выбираемся отсюда.
Кстати, часто я могу, ремеслами заняться. Сумка для дротиков. Пока нормально. Ну, шанда у меня пока нету. Ладно, закупимся. Так. Беги. Мне куда? Мне вот сюда. Беги, Лола, беги. Так, переместиться. А мне куда надо переместиться-то? Вау. Подтверди. Охренеть перемещение. Еще паруса отдать. Паруса... Блин, пауза. Так, минутку. Чтоб каждый парус наполнился ветром. Так, я как понимаю, мне сюда, да? Принять, переместиться, да. На САУ. Блин. Сохраняйся, давай быстрее. И это новая Либерталия, да? Воняет, как и все притоны, что я грабил в том году. Эй, что с лицом? Влюбился? В твой китель. Приветствую в Нассау, господа. Здесь каждый вносит свою лепту. Свою лепту? Это что, монастырь? Да если бы. А говорят, Нассау – город, где каждый делает, что хочет. Пока другие могут делать то же самое, да. Капитан Тэтч, чтоб не лопнуть. А что это ты отрастил на физиономии? Зачем мне черный флаг, и борода сойдет. А вас как занесло на север, господа? Болтают, сам губернатор Кубы едет забрать золотишко из форта неподалеку. А пока она только и ждет, кто б его прибрал. Сам губернатор Торрес, да? Заманчиво. Еще бы. Приветствую в Насау, капитан Вейн. Господин Рекем. Так, а где... где здесь можно поразвлечься, господа? А, я даже не построил? Или я здесь строю? Я не помню, где я строю. В Насау, не в Насау. Так, ладно. Минутку. У меня это сейчас какое задание? Последний так. Снаряжение. Да нет. Приобретено. Мне бы еще одеть бы это нахрен. Что надо мной издеваетесь? О. Подождите, это надо зайти. Это надо закупиться.
боеприпасы. Так. Одежда мне пока не надо. В леопарде нахрен. Подожди. Ну-ка. Охота на тамплиера. Ну-ка, давайте-ка одну охоту там мы все-таки проведем. Прыг. Ни хрена с твоими ногами не будет. Так. Давай. Ну, хоть одна песня нахрен там. Пока ее ловить надо. А я такой ленивый. Я готов. Трэверс? Откуда вы? Вы одеты как ассасин, но лица я не знаю. Я Кенвей. Вашей конторе грозит опасность. Да, я видел поблизости подозрительных людей. Думаю, это слуги тамплиера Аптона. Можете устранить его? Могу и согласиться. За плату. Вы случайно ничего не знаете о тамплиерском ключе? Вы найдете его у людей Аптона. Если я скажу, где они. Что ж, по рукам. Блин, да подорвал бы ты эти решетки нахрен, да и все. Давай кого-то на ближе всех. А нет, здесь-то я открыл все. Вы мне пригодитесь. Пойдемте, ребята. Ты не хватайся за все подряд. Контрабанду сюда? Знаю, звучит глупо, но работа есть работа. Наверное, ты прав. Кого ты там разглядываешь? Контрабандист контрабанды. Эй, ты никогда не думал, что контрабанда очень смешное слово? Кто думает о словах? Точно не я. Но ты скажи вслух, контрабанда. Контрабанда. Ты прав. Все же есть в нем что-то смешное. Контрабанда. Постой-ка. По-моему, все-таки стоит об этом потише.
потому что это контрабанда? Ну да. Точно. Ну давай, шевелись. Когда придем, нас будут ждать? Да, все будет просто. Доставим товар, а потом в таверну. Это если повезет. Контрабанд. Пойдешь, не пойдешь туда. Смотри, вот они. Здрасте. Ты знаешь, что делать. Слышь, твоя маманя шлюха бородатая. О! Сейчас его сами и загасят. Вот и все. Стой! Я Аптон Треверс, глава конторы. Что? А Венс, ваш... Мой брат, работаем вместе. И ты убил не тамплиеров, а моих рабочих. Но это был приказ вашего брата. Он хочет свергнуть меня? Не знаю, друг. Я ищу тамплиерский ключ. Что? Прошу. Расскажите же мне все. С чего мне вам верить? Встретимся в конторе. Я покажу. А, тьфу ты. Блин. Так. Встретимся в конторе. Ты меня дрочишь, что ли? Блин. Ой, сами даже договориться не могут. Да, но булькнул-то он не по делу на своих. Ее сразу в штыки. Давай. Влюбленный брат-идиот вас запутал. А, начните сначала, друг. Недавно случай свел нас с очень опасной женщиной. Цзин Лан, пиратка из дальних морей Востока. Интересно. Они с Венсом быстро стали неразлучны. Почему он думал, что ваши люди шпионы? Ну, дело в сокровище. Так. Пират продал нам карту. Мы ее поделили. Идем. Я как раз к нему. Не выдайте себя. И услышите все сами. Идите на расстоянии. Если спросят, скажите, что вы мой телохранитель. Есть воры, которые пойдут на все ради половины карты. Рибу. День добрый, брат. Здравствуй, брат. Если тебя можно так назвать. А как еще назвать? Может, чужак? Я уже не узнаю тебя. А если городские слухи правдивы, то ты хочешь от меня избавиться. Перестань, Артем. Неужто ты веришь слухам? На Саутейсе местные языки готовы все превратить в мелодраму. А я пытаюсь избежать трагедии. Хорошо сказал. Нету скрепче семейных, разве только деловые. И бог свидетель, нас связывают и те, и другие. Это правда, брат. Чистая правда. И дела идут в гору.
Уверен, ни один из нас не захочет нарушить это равновесие. Да, пожалуй. Скажи, ты ее принес? Ее? Мою половину карты? Карту? Ну, конечно, карту. Ведущую к сокровищам? К наследию? Ту самую. Моя тут. Где же твоя? Венс, думаю, мы должны бережно хранить сие сокровища. Наоборот. Карта — наша защита, а сокровище — свобода. Тем больше причин спрятать ее надежно. Неужто у тебя нет воображения? Ты не можешь представить роскошную жизнь, которая нас ждет. Я не думаю, что... Поместье и плантации траверсов. Никакой контрабанды, заговоров, грузов и риска. Начнем же сейчас. Венс, а ты уверен, что все будет так безоблачно? В каком смысле? Ты на что намекаешь? Не намекаю, просто спрашиваю. Как считаешь, какая из дзин выйдет хозяйка дома? Штат слуг, мать выводка детишек? А почему нет? Сомневаешься в ее любви, в здоровье? Конечно нет. Но ты и сам прекрасно должен знать, она женщина рисковая. Ей нужно море, приключения. Спокойная жизнь не для нее. Оставь дзин в покое. Венс, ты хочешь жениться на ней? Конечно. Мне жаль говорить это, но она вряд ли согласится. И почем ты знаешь ее желание? Если даже не брать ее характер, по-моему, она не та, за кого себя выдает. Ты ревнуешь? Ревную? Нет. Да. Я просто беспокоюсь за тебя, брат. Ты всегда был любимым ребенком, золотым мальчиком. Ты злишься, что она отдала свое сердце мне, не взглянув на тебя. И ненавидишь ее. Отнюдь. Я лишь забочусь. Так знай вот что. Я на ней женюсь. Убью тебя, если надо. И заберу твою карту. И все увидят, кто из братьев главнее. Хорошего дня. Блин. Так. Да куда ты? Вот там увидел. Уехать без нее. Я все организую. Подожди. Подождать? Ты слишком мягкотелый. Боюсь, ты это до конца не доведешь. Цветочек. Уже скоро. Я нанял кое-кого. Скоро Аптону придет конец. А карта будет... Ну давай, я вот прям перед тобой. Ты меня не узнаешь? Кого нанял? Цветочек. Уже скоро. Я нанял кое-кого. Скоро Аптону придет конец. А карта будет нашей. Ты нанял кого-то? А в Библии Каин тоже кого-то нанял? Нет, он был мужчиной. Приходи, сказал он Авелю, и все сделал сам. Никто третий не подносил ему топор. У него свидетелей было меньше, чем у нас в Насау. Поверь мне, все решается. Прямо сейчас? Ничто его не спасет. Так. Найдите того, кто напал на Аптона. Ну давай. Эдвард? Похоже, я спас вам жизнь, друг. Венс,
Он сказал, что убьет меня. Я думал, блефует. Он же мой брат. Вы предупреждали, но я думал, что семья — это важно. Пока вы спасены. Ну, ты прав, семья — это важно. Пожалуй, лучше бы вам уехать подальше от нас, Сау. Ну, вот так вот. Это, кстати... Вот и все. Неплохо с него так наварился. А теперь можно и на корабль. Кстати, корабль вроде здесь недалеко, да, стоит? Вон он. Блин. Больше ходил, бродил. Так, а у меня тут все, нет? Нет, подождите, у меня тут не все нахрен. С этой гребаной конторой не все так просто. Решил, блин, один разочек. Получи нахрен. Ладно. Набор команды. Ну? Боже мой, что с вами стряслось? Я больше так не могу. Мой брат, предатель, та женщина, тамплиер. У меня нет семьи. И жены нет. Зачем мне жить? Пусть убьют меня. Вы явно не в себе, друг. Идемте, здесь опасно. И что с того? А то, что вы нужны мне живым, чтобы достать ключ. И вы нужны мне трезвым, чтобы все рассказать. Ну, хоть в этом... Вы... Правда. Мой лучший друг. Я вас убью! И увел его спокойненько. Не создались. Эй, унылая рожа. Что ты сказал про мою маму? Что она очень славная. Да. Со всех сторон. Так, откуда тебе знать? Я думал, все знают. Точно. Да. Больше не станешь болтать ни про каких мам. На. Вот так. Хренакай. Бэтмен нашелся. Вот так вот. Ну же, друг, идем. Нет. Отведите в безопасное поворот. Место. Церковь. Во имя Отца и Сына и Святого. Давай. Друг отца, сына и... А кто там третий? Шевелитесь уже, ясно? Отца, сына и шевелитесь уже? Нет, что-то не то. Это так важно? Это еще важнее, нахрен, чем ты думаешь. Нет. Не важно, ничто. В этой жизни не важно. Пойдем быстрее. Быстрее. Поворот. Блин. Платить девчата. Ну давайте, нападайте.
Аптон, друг, нет! Стража! Стража совсем рядом! Отстань! Его мать, ты еще на него ссышь! Сказал, отстань! Я отлить хочу! Так не на человека же! Вот так-то лучше! Прекрати! Что? Ну почему мне не дают спокойно помочиться? Пойдем. Я не хочу быть как дитя, Эдвард. Все хорошо, друг. Помогите мне не быть таким. Вам просто надо протрезветь. Здесь безопасно? Безопасность — это иллюзия. Но у меня тут друзья, я спрячусь. Славно. Мне стыдно перед вами. Мои слова вас смущали? Да нет. Да блин, ты можешь побыстрее? Вы профессор. Измена любого сделает философом. Представьте. Тамплиерка. Мой брат женится на тамплиерке. До этого не дойдет. Я боюсь за него. Помогите его уберечь. Протрезвейте. Договорим утром. Вы мой друг навеки, Кенуэй. Охренеть, блядь, ебаный ключ сейчас не могу достать, да? И где сейчас ты, падла? Подкинули же мне геморроя. Ах, вот она там плия. Давай. Выглядите лучше, чем в прошлый раз. Хотя расстались-то пару минут назад. Понял, что к чему. Дзин запутала Венса. Ее надо убить. Но и Венс предал меня. У ассасинов это предательство карается смертью. И у одного из них тамплиерский ключ. Вы явно в смятении. Я сам разберусь. Я скажу, где они. Говори. Я жду. На болото. Там крокодилы. Кстати, тут на болотах, если я не ошибаюсь, еще и зарыто сокровище. Ну-ка. Чтобы не лез куда не надо. Поняли. Так, нашел. Предатель. Да сейчас. Вообще даже не ассасин, по-моему. Бумага. Мне нужен ключ. Цзинлан, ну надо же. Я велела не нанимать тебя. Ты предатель. Ты меня не убьешь. Схрена ли ты так решила?
печально. Королева пиратов Цзиньлан гибнет из-за подделки. Переоценила себя. Правда? Да. Я взяла оригинал, обе части. Отдала мужу. Мужу? Он лучше этих глупцов. А муж у нее это этот... Кто он? Пророк или кто он там? Так, все. Уходим. Так, в болото-то я не хочу лезть. Опа. Все. Кончилось. Кончилось. Перемещаемся сюда. Всяко ближе, чем плыть нахрен на корабле сейчас. Так. Оп. Эй, оп. На-на-на-на-на-на-на. Потом я к тебе заеду. Капитан у руля. И карту потом возьму. Не до карт, до этих всех. Так, как мне плыть? Ну вот, вправо, короче. Не, подожди ты. Сначала развернем. Вот, все, теперь можно ехать. Так. Если так, у меня ни одной нет, ни хрена. Скучно плывут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Пиратствуют кто-то. Я уже отпиратствовался, все. Законопослушный гражданин. Вот сюда идем. Как всегда, везде территории закрыты. Да, конечно, принять. Цвет границ мини-карты указывает на ваш текущий статус столкновения. Красный враг ведет с вами бой. Желтые враги встревожены и ищут вас. Ну, естественно. Что-то не понял. Какого хера я здесь опять оказался? Что-то где-то глюкнуло. Не понимаю. Паруса отдать! Поднимаем все паруса! Давай. Насрать. Идем налево, направо, мы уже ходили. Что за байда у меня? Кто бы знал. Знаете, вот как себе плот, из чего сделали он? Правый борт, Кэп. Выживший. Из чего вот они, блин, плод себе это плыл херак, да, начал потом он себе плод сколотил на скорую руку или как? Правый борт, Кэп!
с корабля, сэр. Давай. На всех парусах. Так. Ну, плыву-то я правильно. От него уходим, от врага, который постоянно патрулирует. Чисто, капитан. Плохо делать. Все, начать задание. Ну, как поступишь за своей долей золота губернатора Торреса? Поедешь в Африку? Станешь принцем? Зачем мне в Африку? Я никогда там не был. Родился на Тринидаде. Был рабом с рождения. А, но разве тебе там не будут рады? Чего ты же? Были бы рады в Париже. Тоже верно. В мире Париж. Место, где рады людям с таким цветом кожи. Эта страна, вот мой шанс. Страна. Езжай на Северный полюс, там таким рады. Где все знают всех по именам, и мы трудимся вместе. Не из дружбы, возможно. Но ради своей страны. Пожалуй, я понимаю. Тогда вперед. Ради граждан нашей Галки. Так, давай, смотрим. Бам, нам заехали. На. Бою готов, сэр. На. Все, фор сломали. Он идет ко дну! Так. Убавить парусов! Впереди враг, сэр! Все убрать, сворачивай! Испанский флот! Отдать гроты! По ветру! Сейчас мы. Трави! Трави! Подобрать паруса! Так. Ну давай. Я, кстати, какой-то слабенький. Я-то там брал еще шторм был эти. Так. Помимо шторма, так там и башен побольше было на острове. Убить. Убить, так убить. Так. Сейчас мы доберемся, подожди. Быстро что-то. У меня в прошлый раз. Ваше превосходительство. Мне сообщили, что вы здесь. Лицо твое я знаю, но имя у тебя было чужое. Ах да, помню. Некий Дункан Уолпл. Кажется так. Кажется. Итак, что же здесь делает великий магистр тамплиеров? Я лучше промолчу. Ну да, а я лучше не стану отрезать вам губы.
Два года назад мы объявили награду за поимку мудреца. И, наконец, его нашли. Это золото Плата. Кто его нашел? Работорговец Лауренс Принц живет в Кингстоне. Славная история, Торрес. Ей нужен хороший финал. Но вы разыграете его с нами. То есть вы и ваше золото. Че, я его не убил, что ли? Не убил, видимо, что-то... произошло. Убейте офицера на бегу. А, на бегу убил. На бегу именно что. Вот небольшая часть нам открыта тоже. Что ж. Здравствуй, новая жизнь. Конечно. Так, мне надо починить галку. А, у меня нет, ничего, все, это. Perhaps all else betimes shall better suit. О, Келлер. Оп. Давай, вылазь, вылазь, вылазь. Так. И мне куда придется плыть-то? Вот сюда. Плывем. Маршали, бомбранцели! Плывем, плывем. Ну, блин. У меня там по миссии, да, было? Быстро приближаться из трех. Если это в милях, в метрах или в километрах. Нет, в километрах. Не тысячи километров, нет. Я так думаю, это все равно Карибы какие-то, поэтому он там тонет корабль. У него время истекает. Мы их как сетями вот вылавливаем, интересно знать, на ходу-то на таком. Вдруг посредь похода испортилась погода. Да. Погодка-то сейчас не балует. Ну ладно, там-то у меня вообще шторм, ветра были. Винакал. Подожди, мы их разнесем.
На! Ударим по ним здесь, ты! На! Все, сейчас берем форт. Еще один. Он идет ко дну. Нареи, спусти паруса. Так. Минутку. Разворачиваем корабль. Поймаем ветер. Давай. Летим на скалы, Кэп! Ничего страшного. Убавить паруса от бури! Рифы на фоке! Меньше ход! Убавь парусов! Причаливаем. Крепче вяжи! Оп! На! Давай сюда. Сколько? Троих. Да подождите вы, блин. Охренеть! Вот так, а теперь ты... На! Вот так! Падла! Вот так. Где он, последний офицеришка? Так. Мне сюда. Да подождите вы. Вот так вот тебе. На. Вот так. Все. Пока прекрасно идет. А галку починить только. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Интересует? Ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока.